Как себя чувствуете? Я вас заставил плакать, да? Вам плохо сейчас? Хорошо. Совесть мучает, правда? За упущение свои. Я понимаю вас. Аллах милостивый. Идите изменить свои поступки. Это очень важно. Станьте примером для братьев и сестры. Я получал однажды письмо с Баткина. С Исфана одна женщина писала. Она благодарила меня за то, что я людям говорю о том, что позаботиться о родителях. Она пишет: «Давлатов, я вам так благодарна за то, что мои дети начали заботиться обо мне. Наконец-то они изменились. Наконец-то это. Одна ее дочка послушала мои тренинги и начала совершать эти вещи, соблюдать эту правило. И это, глядя на него, остальные тоже начали. Потихонечку. Поэтому это очень хорошо. Но если вы родителям хотите подарить что-нибудь, подарите от своих денег, хорошо? Не говорите, что я и так продукты им покупаю, одежду. Купите за свои деньги, а их не деньги, дайте деньгами. У них свои планы. Они сами пусть что хотят, то и делают. Хорошо? Теперь внимание. Кто хочет дальше учиться? Хорошее знание? Да. А вы представьте, если эту систему в средней школе обучали. Здорово, да? А дети еще в школе вырастут с пониманием этого. Потихонечку у них все, представьте, вот это систематично двигать. Мы, Аллах даст, с помощью Аллаха, мы добьемся этого. Я работаю над этим, что мы это донесли до многих людей. Это же мощный механизм. Постепенно, постепенно он работает. Занимается любимым делом. И он не будет нуждаться в деньгах. Деньги работают на него. Это не означает, что когда деньги, вы стали финансово свободным, ничем не должны заниматься. Нет, наоборот. Максимально ты отдаешься именно в том, чтобы реализовать себя. Больше делать. Деньги не станет причиной. Я заметил, что много творческих ребят не могут реализовать себя максимально творчески, только потому, что нуждаются деньгами. Это правда. Они не могут этого делать, потому что деньгами нуждаются они. Это правда. Потому что любой талант нуждается в поддержке. Любой талант. Вот, дорогие мои, кто хотел бы дальше учиться? Хочу спросить. Теперь вон там есть ключ к богатству. Мы сейчас говорим, как сохранить, а там еще такое. «Я и деньги два» называется. «Я и деньги два». Я там обучаю это капитал, как управлять, как активы увеличивать, как построить денежный поток и так далее, и так далее, и так далее. Мне моя администрация уговорила вчера, ну, сегодня утром. Они мне говорят: «Давлатов, может быть, вы продолжение дадите?» Я говорю: «Нет». Я давным-давно не провел этот тренинг. Я говорю: «Я устаю, потому что много книг работает». Но они меня смогли уговорить. Они говорят: «Давайте, Давлатов, проводите этот тренинг». Я спросил: люди, которые приходят на тренинг, действительно ли раньше читали книги? Вы читаете какие-то книги об успехе? Кто читает книги об успехе? Хорошо, очень хорошо. Сегодня поняли тренинг? Да. Кто пойдет, практиковать начинает? Да? Если вы пойдете, начнете практиковать, у вас будут хорошие результаты. Вспомните капитал, пока не забыли, вот скажу еще. Капитал, вспомните, вот капитал. А здесь собственный счет, вспомните? Я сказал, все ежемесячные расходы отсюда. Есть еще два расхода, которые отсюда надо брать. Например, на тренинг, когда придете, надо брать отсюда, из капитала. Потому что это инвестиция. Вы же каждый месяц не ходите на тренингах и так далее. Берите отсюда, хорошо? Теперь, если вы за обучение детей платите контракт годовой, год один раз или год два раза, берите отсюда. Но если вы обучение детей ежемесячно платите, надо брать отсюда. Детский сад отсюда, а обучение колледж и так далее отсюда. А теперь налог имущества отсюда ежегодно один раз платите. Она отсюда. Есть еще один расход, который ежемесячно, но его надо брать отсюда. Не оттуда, а отсюда. Это что? Если вы жилье арендуете. Если вы квартиру. Больше всего давать на образование. Потому что эти ребята, которые растут, они станут достойными кадрами. Вы понимаете, что один хороший врач может многим помочь. Один хороший строитель могут города строить. Один хороший инженер могут столько добро принести. Согласны? Поэтому те талантливые ребята, которые вы видите,
этим студентам вкладывайте деньги. Они ваши дальние родственники, соседи и так далее. На дорогу вы встретите, положите его в карманы хотя бы 500 сом, 1000 сом. Вы от этого не беднеете, наоборот, вы разбогатеете. Богатые люди занимаются благотворительностью, потому что один секрет они знают. Знаете, какой секрет? Ты не успеешь одной рукой дать, с другой рукой придет. Только 10-кратно больше придет. Давайте посмотрим законы фермера. Законы фермера. Фермер сажает одну картошку, и эта картошка станет 10-15, иногда 6, иногда 7 картошек. Одна зерно положит, пшеницу, она станет 15-20-30 зерно. И самое интересное, подсолнуха есть? А вы знаете, что одна штука семечка подсолнуха до 500, до 700, до 1000, до 2000 штук становится. За 3 или 6 месяцев. Вот она банка Аллаха, самый лучший банк. Кто меня понял? Дай благотворительность, твое богатство приумножается. Это закон, это закон. Понимаете? Такой закон. Поэтому во всех веках Господь об этом говорил в разных священных книгах. Вы можете давать церковь, вы можете давать мечеть. Там тоже можете давать. Пожалуйста, дайте. Церкви, мечети тоже достаточно расходы. Там миллионы расходов. Даже одно свет и отопление чувствует там. Одно ремонт чувствует там. Там достаточно расходов. Поэтому, пожалуйста, дайте, где вы считаете нужными. Дайте, мусульманам говорится, что 2,5%. Это 41 говорится. Да, но это оборот от 2,5%. И десятина христианам говорится. Почти похожая сумма выходит, если вы посмотрите. Потому что 2,5% от оборота даете, а десятина, по-моему, от чистого прибыла дает, по-моему. Поэтому она почти одна и та же выходит. Но в год один раз дайте, говорится. Но я вам скажу, что в год один раз, она приличная сумма, тяжело отдавать. Лучше каждый месяц, легче. И самое главное, когда ты себя определишь, что это не мои деньги, легко отдаешь. Ты уже программировал себе, что этого надо отдать. И ты спокойно даешь, даже не думая. А когда этого нету, система, тяжело отдавать. Но запомните, благотворительность, которую вы даете, это есть тот час чистоты богатства, который Бог вам давал. Но никогда не делайте этого ради лицемерия. Не делайте это ради показуха. Не делайте только для того, чтобы кого-то что унижать. Сделайте так, чтобы никто не знал об этом. Чем вы это научитесь делать так, чтобы никто не видел, тем, поверьте моим словам, у вас внутри будет такой, вот такой хитрый голос лелеет вас. Какой ты молодец. Какой ты молодец. Сделай, видишь, покажи, как ты крутой. Я даю вам слово. Вы полностью вычеркнули все благо и то, что было там. Не делайте этого. Потому что делая своими руками добро, не заслуживай грехи новые. Сделайте так, чтобы никто не знал. Вот это есть настоящая благотворительность. Настоящее добро. Сделайте так, чтобы человека, которому вы помогаете, он не стеснялся. Чтобы ему не было неудобно. Поэтому найди способ, как ты это делаешь. Дальше. Значит, благотворительность понятна? Зачем мы его делаем, понятно? Внимание. Второе. Человеку нужна удача еще. Как вы думаете, удача существует в этом мире? Она роль играет. А кто из вас заметил, что есть такие ребята, которые, знаете, вот почему-то они начинают, за что бы не берутся, дело у них идет. А есть такие люди, которые, знаете, готовы бизнес отдать, банкротить его. Вот к чему не прикасается, там беда начинается. Thank you.